Добрый вечер, дорогие друзья. Я уже все разлил. Налили водку. Чего-то я волнуюсь, дорогие друзья. Знаете, я в такой роли сегодня. Вот, я, значит, должен рассказать вам про Александра Суханова, но вы про него все знаете. Вы, может, не знаете, что он почетный гражданин города Саратова, в котором он родился. Вы знали об этом? Скажите, есть почетные граждане еще в зале? Да, город Саратов, он в Саратове родился. Вот. Бумажку я забыл. Поэтому рассказать про Александра Суханова. Я помню, что я кандидат в мастера, а он кандидат наук. Что, собственно, у нас, у спортсменов. Я, знаете, вот не могу я сдержаться. Я сейчас гулял вокруг университета, там в парке, вот, и смотрел на этих молодых людей потрясающих, которые поступили и учатся в таком великом университете. Кем надо быть, чтобы сюда поступить, во-первых? Даже если за деньги поступить, то потом же надо учиться. Хотя учиться тоже, наверное, может за деньги. И я подумал, какой же я тупой. Вот я бы никогда не смог поступить. И только вот есть люди, которые не только поступили и отучились, а еще и остались, и умнеют, умнеют и умнеют. Вот такой человек, наш сегодняшний юбиляр, Александр Суханов. И казалось бы, дорогие друзья, что сейчас Александр должен взять гитару да и петь, но нет. Ректор Московского государственного университета, к сожалению, не смог сегодня присутствовать. Вот. Но все-таки, знаете, мало ли достойных людей в этом заведении. Проректор, председатель Объединенного правкома МГУ Котлобовский Игорь Борисович. Любой микрофон. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, уважаемый ведущий и дорогой Александр Алексеевич. Позвольте мне выполнить почетное поручение ректора Московского университета Виктора Анатольевича Сатумовича и зачитать приказ, изданный сегодня, номер 441. 25 мая 2012 года исполняется 60 лет научному сотруднику механико-математического факультета, кандидату физмат-наук Суханову Александру Алексеевичу. Вся жизнь Александра Алексеевича связана с Московским университетом. В 1969 году он поступил на механико-математический факультет Московского университета, завершив обучение на мехмате. В 1974 году поступил в аспирантуру МГУ и в 1977 защитил кандидатскую диссертацию. С 1980 года Александр Алексеевич работает в МГУ. Стаж научно-педагогической работы 35 лет, из них педагогической 27 лет. Научные интересы Суханова связаны с теорией алгебры Ли, надпольным комплексом чисел и компьютерной алгеброй. Он является автором 10 научных работ, являющихся значительным вкладом в актуальные проблемы математики. Суханов активно участвует в проведении на механико-математическом факультете, математических школьных олимпиад и в приеме вступительных экзаменов на факультет. Суханов регулярно участвует в работе математических, международных, российских научных конференций и съездов. Александр Алексеевич ведет активную общественную работу, регулярно участвует в проведении Дня Пифагора, Барновских вечеров, ДК МГУ. Проводится международный детско-юношеский фестиваль авторской песни «Зеленая карета». Его песни известны как в нашей стране, так и за рубежом. Им изданы 5 сборников песен, 15 компакт-дисков. Он является лауреатом Грушинского фестиваля и многих других престижных фестивалей в стране. Сердечно поздравляю Александра Алексеевича с юбилеем. Желаю крепкого здоровья и счастья за многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность на благо Московского университета. И в связи с юбилеем объявляю научному сотруднику механико-математического факультета Суханову Александру Алексеевичу благодарность и
приказываю выплатить ему премию и средств прибыли МГУ в размере должностного оклада. Ректор Московского университета Виктор Александрович. Также у нас у меня есть поздравительный адрес от Объединенного правкома. Я зачитаю только результирующую часть. Здоровья и счастья вам, дорогой Александр Алексеевич. Пусть вам всегда сопутствует удача во всех ваших благородных делах и признание в творчестве. Желаю всем хорошего вечера. Я и не знал. Я сейчас вот правду сказали, я вспомнил, что же я крамолу какой написал в своей песне. И жизнь промчится, и эта алгебра не пригодится. И у меня так и получилось. Вот. А сотрудника Суханова это кормит. Вот. Знаете, сейчас Александр Суханов споет вам, как сотрудник кафедры, несколько песен. Лауреат многочисленных конкурсов авторской песни, лауреат престижной премии «Звезда пленительного счастья». Это я не все еще вспомню, я потом вам остальное это расскажу. На Арбате честь прощать. Ярко-красный шар чёрка, мир свой розовый воздушный, отражаясь и качаясь, заикаясь и ругаясь, заикаясь и волнуясь, сквозь невольный проход мы все целуясь, забывая грусть и злость, роза к розам встречаясь, после него заметь и воскрыть, только вдруг лопнул шарик. И не розу проходим, и не розу целуем, в исполнении моих песен. Это Лев Кушнир,
район. Лидер гениальнейший фотограф. Среди миров мерцание светит, одну звезды я повторяю имя, не потому, что я ее люблю, а потому, что мне темно с другими, не потому, что я ее любил, а потому, что мне темно с другими. Если мне на сердце тяжело, я у нее одну ищу ответа. Не потому, что от нее светло, а потому, что с ней много света. Не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света. Должен сказать, что с музыкантом мне приходится довольно редко выступать, поэтому я вам спою одну или две песни просто под гитару. Вот следующая песня, она написана на стихи современного поэта Юрия Кублановского, значит, это предыдущие стихи Иннокентианинского, а следующие на стихи Юрия Кублановского на ту же самую тему, и, в общем, стихи ассоциированы тоже с этими же стихами Иннокентианинского. И такая песня называется «Вальс звезд». Прости, сию похвальбу отвожу, вижу, без оптики я всерьез. На распахнувшийся космос важный, от раскаленных несметных звезд, ведь есть одна среди них, с которой не надо света, признал ты свою солье, назвал и зори, а имя наше не знаем. Ведь есть одна среди них, с которой не надо света, признал ты свою солье, назвал и зори, а имя наше не знаем. Конечно, тут разговор отдельный, есть тайна зрителей по кино. Один волчара, другой похмельный, а встретить третьего не дано. Но чем отчетливее старею, им задыхаюсь на 5 минут, тем не сомнение и скорее узнаю, как же ее зовут. Но чем отчетливее старею и задыхаюсь на 5 минут, тем несомненнее
и скорее узнаю, как же ее зовут. Прости, сию похвальбу отложу, гляжу без оптики я всерьез. На распахнувшийся космос сложный от раскаленных бесцветных звезд. Ведь есть одна, среди них с которой не надо света, признал бы свою Сальери, назвал Изоры, а имя наше не знаем мы. Ведь есть одна, среди них с которой не надо света, признал бы свою Сальери, назвал Изоры, а имя наше не знаем. Иногда мне приходится выступать и дуэтом с различными музыкантами, которые помогают мне, игрой на гитаре и подпевают мои песни. И вот сегодня ко мне сейчас, мне поможет сейчас профессор МГУ Петр Парамонов, с которым очень давно знаком. Профессор будет подыгрывать. И вообще все... Все музыканты помогут тоже. Сердечно поздравляет вас с юбилеем. Вам исполнилось 60 лет.
А ведь, кажется, еще совсем недавно мы впервые услышали Сашу Суханова в ДК МГУ и сразу полюбили песни «Тону», «Апрель», «Среди миров», «Зеленая карета» и многие-многие другие. Ваши выступления всегда полны света, тепла, мудрости и доброты. Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, неиссякаемой творческой энергии и семейного благополучия. Мы помним и любим ваши песни и ждем новых музыкальных встреч. Правление Клуба ученых МГУ. А эта песня, она вот действительно про нас. Автор стихов Владимир Елистратов, профессор МГУ, факультет иностранных языков. Ну а, значит, вот, музыка немножко моя. Я люблю воробьевый горы в ночи, эту влагу фонарных очей. Я люблю альма-матер твои кирпичи, миллионы твоих кирпичей. Я люблю альма-матер твои кирпичи, миллионы твоих кирпичей. И торжественным сердцем поход и вот я как воин в кирасу влюблен в эту пыльную тяжесть чумных ворот и в державность гранитных колонн. В эту пыльную тяжесть чумных ворот и в державность гранитных колонн. Разве можно забыть твой таинственный свет, вечную юную деву с веслом и студенческий мятый в чернилах билет и заслуженный вклад в тепло и студенческий мятый в чернилах билет и заслуженный вклад в тепло. Благие надежды и тысячи вверх, и на шпиле мерцающий клик, я глотаю пространство твоих универ, как сердечные капли старик. Я глотаю пространство твоих универ, как сердечные капли старик. Дело в том, что мы с Борей поступили в театральный институт имени Бориса Васильевича Щукина в 76 году. И в 77 году на четвертом курсе старшекурсники играли спектакль, который назывался «Бесконечные игры». По Трифону. Да. И известный бард, который нам тогда казался намного старше нас. Часто меньше. Значит, Александр Суханов написал музыку, песни для этого
для этого спектакля. И не просто написал, а он еще сам выходил на сцену и сам пел эти песни. Мы были в совершенном восторге. И песню, которую мы сейчас споем. Вот сейчас, прости, пожалуйста, у меня вопрос. Я правильно помню, вот, может, я неправильно сейчас подготовил, что один раз, когда Саша заболел, Ты этого не было. Учил во всяком случае, а потом Саша выздоровел, дай Бог ему здоровья, и спел все сам. Да. Поэтому тогда у нас не было возможности спеть эту песню. Но мы ее пели как где-то там у себя в студии. А Саша, когда исполняет эту песню, он обычно рассказывает, как он выходит на сцену, а на сцене стоят ворота, там типа вратарь такой. И он поет песню, и в проигрыше вылетает из зала мяч и летит в ворота. Так вот, мячик бросал я. Вот это мальчик. Саша, можно сказать, был просто, он мне дал путевку в театральную жизнь. Я думал, в спорт, Борис. Да. Странно, что после этого... Если у кого-то есть мяч, с собой случайно, можно бросить на сцену. Он бы его бросил. Он так его далеко бросил, Борис, что пошел уже в результате все-таки в театр. Итак, песня, которая называется... Что раньше они были молодые, а сейчас Борису 80, а Мише 70. А песня, которая и называется по названию этого спектакля... Каподаст. «Бесконечные игры». Не получается, как на рок-концерте.
Так по-старому, по КСПшному, спокойно мы с вами сидим. Так приятно, тихо. Я хочу поздравить с этим вечером, с юбилеем автора, которого, на мой взгляд, должны знать все те, кто будет заниматься этим жанром. Александр, я поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам здравия, радости, новых песен. Я сюда не вынесла свои подарки, я его вручу там за кулисами. А здесь мне хотелось спеть песни, которые очень любимы нами. К сожалению, сегодня песни разобраны, то есть не к сожалению, а просто так получается, песни разобраны другими исполнителями, те, которые я пел в концерте, поэтому мне пришлось петь песни новые. Я думаю, что они будут звучать в моих выступлениях всегда. Первая песня «Зачем и о чем говорить?» Греческим я не владею, латынью, санскритом. Мой
простор проникает и дышит простор. Я не владею морским деревенским спортивом. Мой кругозор остается почти примитивным. Только мое и твое сокровенное дело, чтобы земля с человечества вечно летела. Сергею Деревянко. И она оставалась на всю жизнь. И, в общем-то, она вдохновляла создавать какие-то свои песни. Вот одну такую песню мы споем для юбиляра, для человека, который был для нас звездой и остается такой путеводной звездой. Я на звезды,
остывает, остывает, убывает ваша прежняя любовь, ваша грусть, мое веселье, в вашем сердце новоселье, и зачем-то затесалась лишь для рифмы слов кровь. Я на звезды погляжу, я на вас попрошу, может, что-нибудь правду про любовь стиха спрошу. Я на звезды погляжу, я на вас попрошу, может, что-нибудь правду про любовь стиха спрошу. И снова профессор имеет приветственное слово. Александр Жуков. Профессоров уже бывает, да? Много не бывает. Друзья, замечательно, по такому зал собрался, поздравляем Саша Суханова с такой замечательной, ну, я бы не сказал замечательной датой, юбилейной, да? Вот. И, наверное, я не буду говорить о том, что какие у него замечательные песни, удивительно, какие, сколько таких бардов доморощенных и недоморощенных, достаточно, так сказать, классных воспиталось на его песнях. Я просто... хочу вспомнить. Даже и я вот вместе с Игорем наше скромное творчество, наверное, как-то сказать, тоже сопрягается с его творчеством. Мы с Сашей, в общем-то, достаточно давно, уже не лет 15 знакомы, он как-то поддержал нас в наших начинаниях. Хотя я постарше его, и тем не менее, где-то 70-е годы, когда ты заканчивал, начинал, вернее, в университете учиться. 69-й. Вот 69-й, 70-й, 71-й там и так далее. И он такой молодой, красивый, равно как и сейчас, естественно. Вот. Пил. А я в это время вкалывал, я биолог, я физик сам. Вкалывал где-то там на Таймыре, в Якутии, еще там где-то и так далее. Зарабатывал, так сказать, на жизнь, на семью, на детей. Вот. На себя, естественно, и так далее. И вдруг вот в процессе всего этого биолог, он всегда любит песню, и вдруг, когда услышал интонацию, я сначала удивился, думаю, кто это такой, вот, а потом узнав, что это вот Саша Суханов, и когда мне посчастливилось с ним познакомиться, вот, то я был просто счастлив. Ну, еще один момент хочу упомянуть, когда там у меня защита диссертации была, я был очень рад, вот Саша с Лизой подошли, да, вот, и потом мы с ним долго беседовали, он тоже говорит, вот я пишу там по группам лиц, еще что-то такое, и долго мы на эту тему беседовали. Вот эта тема как бы
ну, немножко вот такой скромный. Он такой незамысловатый, но тем не менее, значит, я его прочитаю. Короткие капли какие-то стали. Не сожалею ты ни о чем. Ну, естественно, Саша, течение времени, награда, все, что написано, споем, и сожалеть, Саша, не надо. Тему сегодня 6 с нулем, оценки ставит нам природа, откуда ей природе знать, что мальчики талант от Бога. Тебе сегодня 6 с нулем, и душу грея, лаская, звучит твой сладкий баритон, а жизнь светная такая. Не сожалей ты ни о чем, забудь про группу Ли и прочее. Есть звук гитары, слово, в нем любовь, тепло и многоточие. Мы сейчас поем, так что вы самое, как бы, да, соберитесь силу. Ну, Сашина песня. Очень много песен, которые мы любим, Сашиных. Ну, одна из них. Почему-то он редко ее поет. В Техасе. Лазурного залива, где сходятся пути на Галвестон, есть чудный сад, в котором всем на диво, старинный дом цветами окружен. Когда случайно мимо по дороге я прохожу-то сквозь ограду там, ищу глазами дам на пороге, она к цветам выходит по утрам. Одна сын угуляет неизменно, держа в руках букет из свежих роз. Мы друг на друга смотрим непременно сквозь низкий полок виноградных лоз. Она, как медоника, замаянула синий, без пуговиц одежды и притон. Меня упрямо ни о чем не просит, есть тайный тонкий молчание тон. Недавно с пиджака и я у сада все пуговицы оборвали в три дня. Но в душу льется светлая отрада, ведь она верит сыной дамой я. Но в душу льется странная отрада, ведь она верит сыной дамой я. Сказать, что Игорь Хомич, замечательный гитарист, вместе со мной, так что тоже будет поддерживать. Вот еще одну песенку. Че, микрофон какой-то высокий. Вот. Песенку, которая, мне кажется, уместна сейчас, вот я хотел бы как-то вот... Я уже говорил, что мне нравится Сашина интонация. Ну и как-то она родственна вот тому, что мы с Игорем, наверное, делаем. И, может быть, это его влияние. Вот такая песня. Восхищаться и говорить
как всегда, прекрасно. Кто будет в белом ироничен, кто все поймет и все рассудит, кто, как я, немножечко циничен, и как нам слова тогда будут. Кто не предаст, я в это свято верю. Слава будет, ох, да. И все понятно, и просто, очень просто. Когда уйду я, или он, нас вместе понесут к погосту под долгий колокольный звон. Наши души встретятся в полете, и в космос выйдут, взявшись за руки вдвоем, и закружатся в танцы не в Киоте. Мы наконец-то вместе и поем. О чем поем, они знают, в свободе. Что Бог не дал нам в мире дом, о вечной, удивительной природе, о том, о чем искренне мы поем. Ограничились на любую планету. Где реальность, а где сон? Ты чувствуешь, что есть на свете где-то тот, кто с тобой дышит в унисон. Александр Жуков. Георг Топчиян. Замечательным праздником песни у вас, который связан с днем рождения Александра Суханова. Саша, с днем рождения. Я хочу сказать, что я принадлежу к поколению московских студентов образца середины 70-х, начала 80-х годов. Знаете ли, что для нас был Александр Суханов? Думаю, присутствующие понимают это. Это человек, который неожиданно ворвался, так сказать, в нашу жизнь со своими песнями. Действительно неожиданно, очень стремительно. И очень быстро занял место в ряду наших кумиров. Визбор, Городницкий, Акуджава и, как говорится, далее по списку. Вот. Саша быстро, так сказать, взошел в этот олимп, на этот олимп, поскольку это было настолько удивительно, проникновенно, настолько поднебесная интонация и настолько волшебная, так сказать, ажурная, ни на кого не похожая гитара. Как говорил один советский композитор, в каждой песне должен быть мотивчик. Вот у Саши в каждой песне был мотивчик. Эти песни легко запоминались, подхватывались, и мы с удовольствием их пели. Маленький эпизод. Дворец культуры Свердлова здесь недалеко, рядом с Новодевичьим монастырем, 79-й год, концерт Александра Суханова. Зрителей пришло гораздо больше, чем мог вместить этот зал. Очень быстро была вынесена входная дверь в зрительный зал. Культурные люди, говорю.
Да, нет, а очень интеллигентно вынесли дверь. Просто натиск такой был, так сказать, из фойе. И, так сказать, незначительная группа милиционеров, тогда еще без дубинок, аккуратно поставила эту дверь рядом со стеной. Вот, и вдруг, мгновенно, зал затих, потому что на сцену вышел он. Разумеется, с заглавной буквы О. Ну и было это как-то примерно так. Я сейчас попробую. Песня называется «Романс старости». Написана она Александром Сухановым на рубаи Омара Хайяма. Обители нет, ничего.
сердце весьми, а зреть не могу в тайну сущего. Мы души душой коснемся, ни о чем уже не споря.
Разговор наш не скончает меж понятиями простыми. Я один сижу за чаем. Это романс на стихи Поля Верлена, который называется «Чувствительная беседа».
лучи все звучало, миллион трогая. Объявляется антракт, дорогие друзья. Праздник только начинается.